Всем мира, добра и здоровья! Меня зовут Таня, и я рада видеть вас на моем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать заморозку овощей на зиму. Ведь летом это несложно сделать. Всегда по чуть-чуть, и к зиме ой как пригодится. Итак, что я закрываю? Вернее, что я замораживаю? Давайте будем смотреть. Итак, первое. Хочу вам показать. Первая моя заморозка. Здесь я специально слоями положила. Ну, как слоями, как получилось, но мне будет понятно. Здесь идет кабачок, морковка, порезанная все кубиками, помидор и болгарский перец. Как на овощной рагу зимой будет, как все. Но скажу сразу, что зелень я замораживаю отдельно. Почему? Потому что я не люблю, когда зелень долго кипит в чем-то, а это должно все-таки приготовиться. Я зелень всегда добавляю за несколько минут до окончания готовки, поэтому перешли плавно к зелени. Зелень я замораживаю вот так вот. Бывает порежу, бывает не порежу, но это дело уже такое, как получается. Дальше порезала я помидорки кружочками, вот так вот, чтобы плоско они лежали, это будет на пиццу. Раз, достал, и хорошо. Это то же самое, то, что я вам и первое показала. И, кстати, это еще можно будет использовать. Я воздух вот так вот выталкиваю, ну, насколько могу, выталкиваю, конечно. У меня нет вакуумной упаковки, хотя я так уже задумаюсь ее приобрести. И почему бы как весенний супчик среди зимы? Замечательно. Также борщевая у меня идет заморозка. Это вот я уже чуть ранее заморозила буряк, который я потерла на терточке. Также болгарский перчик. Порезала полукольцами или квадратиками, как удобно, но опять-таки выталкиваем обязательно воздух. Морковка. Почему я не делаю вместе с бурячком? Потому что я на борщик я люблю зажаривать морковочку, а буряк я бросаю сразу в кипящую воду. Так, это тоже у меня болгарский перчик. Отдельно замораживаю. Почему? Потому что а вдруг там, знаете, с картошечкой жареной, или же тушить буду картошечку, или любая другая поджарка, отдельно перчик нужен. Вот так вот оно будет и красиво лежать. Дальше, помидорки. Мало ли тоже, куда пригодится, зачем пригодится. Сняла шкурку, порезала как могла мелко. И вот будет у меня зимой на что нужно. На пиццу я отдельно порезала кружочками. Также замораживаю фрукты на зиму. И вот сейчас я заморозила черную смородину. Черную смородину я порционально по порциям вот так вот замораживаю. Мы зимой очень любим черную смородину. Знаете с чем? Вот еще даже сок уже пустила. Надо срочно в морозилку. Но сейчас я вам моим хорошим покажу, а потом быстро это все упакуем. Мы берем творог на рынке, вкусный такой, домашний. И любим со свежими ягодами. Вот черная смородина, ой, зимой, знаете, как будет вкусно. Ну что, на данном этапе я вам сейчас все показала, что я замораживаю. А, кстати, напишите в комментариях, а вы какую заморозку делаете на зиму? Что вы замораживаете? Мне же тоже интересно знать. И как вы это все тоже делаете? Ну что, спасибо, что вы посмотрели мое видео. А мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!